Одним из основных направлений дополнительного образования учащихся является техническое творчество. В целях его популяризации, знакомства школьников с новыми профессиями и проводится первый этап районного технического фестиваля для школьников технотворчества. Для того, чтобы идти в ногу со временем, нужно быть технически грамотным. Мир техники привлекает юных славянцев возможностью как можно раньше прикоснуться к основам конструирования и сделать первые шаги на этом нелегком, но очень важном пути. Отделение технического творчества по традиции проводит районный технический фестиваль для школьников технотворчества. Его первый этап в направлении «Начальное техническое моделирование» был на тему «Легендарный транспорт». На торжественном открытии фестиваля директор Центра дополнительного образования Елена Слюсарева приветствовала его участников и пожелала им успехов в творчестве. Вот такие вот молодые люди, ребята, как вы, в дальнейшем обязательно станут новыми Кулибинами и Королевыми, потому что техническое творчество – это то, что создает будущее именно сейчас. И именно вы своими руками можете уже это будущее создавать. Именно техническая направленность позволяет нам выбирать профессии, которые будут востребованы в будущем, которые будут выводить нашу страну, Россию, на новый, совершенно новый, высочайший уровень в технологиях. Сегодня у нас конкурс, и поэтому, конечно, будут победители, но побежденных точно не будет. Участники фестиваля смогли получить удовольствие от интересного выступления юных исполнителей студии эстрадного вокала центра ОРТ «Жар-птица». Пульсирует время, мгновенья миг, и каждое важно в судьбе. Славянские юнармейцы показали всем собравшимся танковый биатлон, бой радиоуправляемых моделей. Сами конкурсанты также смогли попробовать управлять танками Т-34 и «Тигр». Участники успели побывать на мастер-классах по изготовлению бумажного истребителя и вертушки «Крукса». Учащиеся Славянского района защищали свои проекты перед строгим жюри. Все они очень старались. Я люблю заниматься техническим творчеством. Занимаюсь робототехникой. Сегодня на фестивале я представил модель Ан-2. Я хотел передать красоту этого легендарного самолета. Самое сложное было сделать стекла, чтобы они были похожи. Всего было оценено 11 работ ребят из 4 образовательных организаций. Жюри отметило призовыми местами всех участников, среди которых были определены 4 победителя. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, Константин Монастыренко. Программа «События».